Живая ель высотой в 9 метров высажена на площади перед Академическим казахским драматическим театром имени Махамбета. На нее не выделялось никаких средств из городского бюджета. Это подарок от спонсоров нашему городу. В этом году город будут украшать прошлогодние новогодние елки и гирлянды. Вторая искусственная елка высотой 15 метров, она будет поставлена на площади Исатая Махамбета, так как основное население города у нас гуляет на этой площади.